Всем привет! Сегодня с вами на связи Забайкальская краевая филармония имени Олега Лундстрема. И вокальный коллектив Форте и его участники Чечеткин Степан. Здравствуйте, и Рязанцев Кирилл. Здравствуйте, друзья, здравствуйте. Сегодня мы представим вам вторую часть нашего пижамного концерта в пяти частях. Сегодня будет вторая часть. Да, вторая. И кто у нас на очереди, Сэр? Сегодня на очереди у нас Артур Акопян, участник нашего коллектива. Сегодня будет петь песню. Мы с вами посмотрим, послушаем. Кстати, она про девушек. Да. И еще одна девушка будет сегодня с нами в эфире. Будет разбирать вокал, рассказывать вам все его тонкости, особенности. Надеюсь, будет вам очень интересно. Зачем я это сделал? И также напоминаем вам, что наша передача выходит в рамках программы «Тут и там». Вы можете посмотреть на Ютубе полные версии этих выпусков не только от нашего коллектива, но и от многих коллективов Забайкальской краевой филармонии. Да. Еще раз Артур Акопян с песней «Я встретил девушку». Давайте послушаем. Я встретил девушку полумесяцем вровь. На щечке родинка, а в глазах любовь. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ура! И это был Артур Акопян. Артур, огромное спасибо. Ну а мы приглашаем в нашу студию Ингу Зинкову. Всем привет! Ну что ж, наш горячий мужчина Артур Акопян безусловно вкладывает львиную долю харизмы в свою песню. Ну, а если серьезно, Артур Акопян мастерски использует сложнейшую технику под названием мелизматика. Быстрая подвижность гортани, за счет которой получаются витиеватые украшения, которые ты можешь вставлять где угодно. Я не могу. Кстати, о длинных нотах. Это заслуга хорошего певческого дыхания и постановки опоры. Покой взяла! И это была наша Инга Зинкова. Инга, спасибо вам огромное. Так, ну, позови Кирилла. А как мне позвать? Да никак. Или вот так? Что, никак. А, не надо звать? А чё вы? Жжёте-то. Инга, спасибо большое. Спасибо, Артур. И наш выпуск подошел к концу, ребята. А полное видео вы можете посмотреть либо по ссылкам в описании, либо на нашей странице в Инстаграм. Также подписывайтесь на Инстаграм Забайкальской краевой филармонии и на Ютуб канал. И всем и пока. Пока. Кажется, все. Подробная информация по номеру телефона или на официальном сайте.
Дядя, так.